Югорчанка покорила Австралию своими ударами. Воспитанница Центра адаптивного спорта Айшат Рамазанова завоевала бронзу на открытом чемпионате Океании по паратэквондо. Девушка выступила в весовой категории до 58 килограммов. Решающий бой спортсменка провела с китаянкой Юджей Ли. По словам тренера, Айшат получила не только ценный опыт, но и укрепила свои позиции в международном рейтинге. Его лидеры отправятся на Паралимпийские игры в Токио в следующем году. Отмечу, что сразу после турнира в Австралии югорчанка отправилась защищать честь России на международные соревнования в Южную Корею.